Всем привет, с вами Кейн, и добро пожаловать на четвертую серию прохождения игры Red Dead Redemption 2. Вот наш Артур Морган спит в таком прикольном местечке возле лагеря. Давайте разбудим его. Опа, пошли 3 градуса. Я предлагаю... А, кстати, я вот чуть-чуть... Короче, я поменял себе лошадь на нормальную, на вот эту вот здоровенную. Чуть-чуть ее про кастомайзил, короче. Тут хвост и гриву, короче, сделал пышную. И еще вот эти вот там пряжки, и вот этот вот рог, вот этот вот, который на седле там мешок. Ну, то есть такое. Коняка как коняк. Вот именно реально коняка вот. И я предлагаю выполнить какое-нибудь задание, поскольку... где-то... Так, подожди, не туда. В каком-то из заданий наверняка нас научат чистить оружие, поскольку... Отстань от меня, женщина. Да что ж ты хуй. He'll find something too. He always does. Вот ты вредный, а? Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Herr Morgan, Herr Morgan. Да-да-да, начинаем. You busy, my friend? Да-да-да. Why? Друг. I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly. Miss Lily Millett is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Да, люди отмечены в карте, которые нам должны денег. Короче, я тут по за кадром, короче, понаносил в лагерь, короче, кучу туши. В общем, у нас в лагере он 108 баксов. Но почему-то еда светится красным. То есть она должна светиться там каким-нибудь желтым, белым, еще каким-нибудь, не знаю. Но не красным. А тащил я сюда туши, тащил. Короче, здесь полно туш. Так, ладно. Я забыл, куда я коня припарковал. А, вот где он, белые полы. Поедем, заберем долги. Посмотрим на карте, как-то далеко. О, блин. Давай поближе поедем. А, сделал такой хвост, поскольку я вот помню... То ли в фильме, то ли, может, где-то в каком-то клипе я видел там... это, по-моему, британская игра там, или какая-то такая, или американская, не знаю. В общем, там они играли на лошадях, типа в гольф, как бы, похожее. И там у них хвосты тоже были заплетены вот в такую косу, в общем. Мне понравилось, в принципе, я сделал тут так же, типа такого. Это доп. Задачка. Well, hey there, partner. Come take a look at this. Look at this, my friend. Иду. Tobacco. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else.
Whatever you say. Well, I say, why buy it off the shelves when you can make your own? Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Well, shit. Thanks, I guess. А, что-то я не понял. В общем, надо было... А, понятно. Окей, boy. Let's go. В дальнейшем, когда мы чуть-чуть разовьемся, будет у нас... Блин, мы сюда заскачем. Ага. Easy, whoa. А, ружье, ружье, подожди, подожди, подожди. Самое главное взять. Не-не-не, подожди, не надо сразу так агрессивно. Надо поговорить с кем-то тут. Knock-knock, Mr. Robin. Ну, przepraszam, co pan robi в моем доме? God damn it. Ну, przepraszam, co pan robi в моем доме? English? You speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das this the Kaiserreich. I don't speak German neither. Немецкое я не знаю. For money. За деньгами. Money. That you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Да-да-да, Леопольд Штраус. So it's time to pay. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. No, не, не. Now, you remember where you're keeping that silver? Потребує трохи часу знайти пеньонзе. Oh, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars. Nie rób tego. I have nothing. No. Please no. No have money, but I have this. It's good. It's valuable. It's Warszawa, yes. I have your things. Okay? I have anything in here or out there. Yes. Вот это прикол. Так, что у нас здесь? Шкафчик. Longer I look, the madder I get. Very valuable, good. Not good yet. Mm-hmm.
Блин, да чё у тебя тут грабить ты? Ах, шо ж, ну, надо ж платить, дружище. Да не, дружище, шо ж ты. Деньги банде надо отдавать всегда. Шо у тебя здесь? А ну-ка, я уж разошелся тут. Возьмем компенсацию. Что тут у нас? О, хата у тебя. Это, в смысле, спальня. О, помада для волос. Вот мне как раз она и надо было. Все. Все, уходим. Не, ну ладно, еще ящик. Сигареты. Ну, оставим мужику покурить хай. Что у тебя тут за вещи есть? Кошелек, ну... Так. О. О. То есть и это, да, у нас состояние? Это, блин, не так, подожди. Чистить, чуть-чуть почистим. Поехали дальше выбивать долги. Так. А эти ребята? Так, ну ладно, я поставлю метку. Проезжать будем мимо лагеря. Заедем. О, маленькие олени. Так. Yep. Эй.
вот оно чё. Ну, и как её использовать, где она? А, вот, учётная книга. Так, а ну-ка. Бюджет лагеря, так. А, Артур, ценность вещей 40. Нормально. Шкура оленя 90 центов. Так. Короче, о, Ленни, 2 бакса. Чарльз, 2,5. О, Хавьер, смотри, ничего себе. 8 бачей, молодец. Так. Так, ну давай, да. Отлично, теперь есть лекарство, то есть, если что, можно будет. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the smallholder, Roble. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Так, подождите. Так, а мне можно пойти отжать эти деньги? А, то есть можно пойти отжать еще деньги. Отлично. Для улучшения лагеря это хорошо. Но я бы... А пожрать можно, не? Что еще нет? Короче, у нас теперь появилось лекарство там, я так понял. Ага, ага, ага. Жин, все, то есть хорошо, у нас есть какие-то лекарства. Я хочу начать вот это задание. Разозлить, угрожать, давай. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Boy. Whoa! Hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth?
That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. Oh, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where O'Driscoll's holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gild him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll lead. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like... God damn. You smell like one, too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan, you got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might... I was asked to give them. And I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah, I know this country. Take this track up through the rocks. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you, if you was in a bad way. I hope so, but I fear you don't know how to help anyone, except in yourself. You see, O'Driscoll, if this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. Now we go left. The road will take us up and round. Так, после выполнения этого задания я планирую поехать забрать те долги, которые нам прибыли. You all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree.
You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Bones a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Enough out of you. Boss, we're almost on. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? Okay by me. With you, Morgan. All right, then. Through the trees here. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse, and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? Куда ты стал тут? I said easy. Так, а где метательный нож? А, вот оно. Угу. Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse. Ну ладно, хорошо. We ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Господи, за... Да. Попал этот паренек. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The fella that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. I'm gonna deal with this first fella. Да, я пойду первым. Go to work. The old man loses it. I won't get another chance in ages. I'll be stood guard duty, sun up to sun down, soiling my drawers in the spot. Sooner we get this over with. What's the plan?
Hurry up already. Orders. Just you tell me where you want a new hole. Да, ёпты! Видимо, где-то я... был замечен. Так, откуда? Да уйди ты с прицела, ёпты. Ага, вы уже их лутаете, да? Молодцы. Сука, надо было по-тихому или что? Блять. Okay, now what? We're at the perimeter. Ну ёб твою мать, а? Вот и чё, блядь, делать-то, а? Morgan. Да пиздец какой-то. Тут, короче, скрытно вообще никак или что? Я что-то не понимаю. Так, у нас в спине кто-то, подождите.
You all right? Sure. Thank you. Como Driscoll. He ain't here. You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here! He was here, I swear! If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was going to lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Ох, ни хрена себе. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? Yeah, I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Yeah, right you are. Так, обыскать, да. О, прикольно. Подожди, а что мы? Оружие наше. А. Как там почистить? Вот. Отлично. Все? Ого, 600 бачей. Так. Ага, на карте, значит, отображается. Заберем свое ружье. Фак, где мое ружье-то? Ты что, проядрил его, что ли? Мою мать. А, не, вот оно ж. Карабин мой. Хорошо, отлично. Так, ладно. Я, наверное, сейчас облутаю. И, кстати, по-моему, в доме что-то я пропустил. А, вот. Короче, надо еще и сваливать отсюда. Мои ноги делают ноги, да? Надо не забывать надевать намордник перед каждым таким вот вылазкой.
Ух ты, какая живность. А чё ты, едь давай, ё-моё. О, давай. Блин, чё она там? А, вот. В кустах. Ой, рога, да, рога тоже надо. Шкура, подожди, чё это, рог оленя? Короче, у нас есть какая-то там шкура. Шкура вопита. Я, кстати, вот не знаю, как-то можно посмотреть. Улучшение для лагеря, короче. Так, но мы будем здесь и не можем заехать сюда, в принципе. А, ну я в инвентаре могу. А, в инвентарь, подождите. Нет, не так. Как-то я... Нет, тоже не то. Сейчас. Короче, как-то в инвентаре можно было... Ладно. Посмотреть, короче, сколько у меня мяса от какого животного там. Опа, как да. А как, подожди, убирай ружье. Сейчас заберем долги, отнесем шкуру. Как этому охотнику и вернемся в лагерь. Там, возможно, уже будет доступно для нас какое-то улучшение. Блин, помочь или нет? Ладно, не будем помогать, ну его нахер. Когда-то уже... Так, вот, где-то здесь. Понятно. Так, ну, ружьишко-то я... Двухстволочку-то возьму. О! Так,
подожди, убери сначала. Yeah. What do you want? You Chick Matthews? Oh, no, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shot. Damn it! Hey, get back here! А, лассо. Отлично, я применю лассо свое. О! Скотина. Динамит, лассо. Блин, а. О, поезд едет. Блин, мне коняка нагружена, мне кажется, из-за этого я не догоню этого засранца. Или догоню. Догнал засранца. Look, I got the money, but it's hidden. Untie me and I'll tell you where it is. You're no place to bargain, boy. Goddamn treasure hunt? You're lucky I ain't taking your teeth as well. There ain't no reason to tie me like this. Holy Moses. Aren't you gonna untie me? You got the map. Do the decent thing. Mm. Blow me down. Это вот... Многообещающее такое вот... Ну где такое может находиться, я просто не знаю. Мои пожитки хранятся здесь. Так, а ну-ка, что у нас там? Долг. А, хорошо. Блин, ну. Засрань, заставил ты меня побегать. О, подожди, подожди. Там можно что-то собрать было, да? Или что это? Дикая морковь. Лутанемся.
Так, ну что ж. Этого засранца надо отпустить. Так, полагаю, он до сих пор там. То есть, подожди, здесь. Или где он? Короче, он уже исчез, я так понял, просто-напросто. Ладно, хрен с ним. Поехали, наверное, сдадим сейчас шкуру. Потому что она имеет свойство портиться. А затем пойдем заберем следующий долг. И... и вернемся в лагерь, попробуем что-нибудь улучшить. Еще что-нибудь. Но нам сейчас чуть дерево не въехало. Не до того. Слезай. Looking to trade a pelt or two there. So, buying or selling? All right, let's have a look. Я плохо. Это. Так, короче. Я думал, там будет побольше. Оп, блин, подожди. Надо было коня почистить. Ну ладно, хрен с ним. Потом почистим. Предлагаю поехать туда, забрать следующий долг и вернуться в лагерь. Наверное, уже где-то близко. О, близко, да. Два часа ночи. Слышь, песель. Я возьму свое ружье. Сначала мы уберем ружье. Miss Millet, the ranch maid. You know where I can find her? Lily?
Just over there by the store with Cooper. Да ёлы-палы, а? All right, boy. The ranch maid, Miss Millet, you know where I can find her? Слышь, вот козлина, а? Ничего не ответил. Always gotta be such a goddamn performance with you. Now I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved Lily. Where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper! Give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. А, подожди, я забыл, как там блокировать. R, по-моему, да? Козлина. Ты какой? Ты там свидетель. Свидетель, япона-мать, а? По морде ему. А ты тут не гавкай. То следующий получше по морде. О! Ты чё, уже очухался? А ну-ка, пойдём. Расскажешь мне про хорошие манеры. А ну иди сюда, где ты там? Козлина. Конячка. Да-да-да. Let's go, boy. Поехали. Так, надо метку только бы, наверное, установить. Так, где мой лагерь-то? А, вот же ж. Так, а еще было бы неплохо что-то... Вот. Yeah. Так, я... Sorry, boy. Покушай морковочки.
Давай, малыш. Так, до лагеря нам, наверное, сколько далеко, но... Сколько доскачем, столько и будет. Кстати, там нехилая доля мне дается, то есть там за выбивание этого долга, получается, там доля в лагерь ушла и доля мне. Что весьма так неплохо там. Заработали и там, и тут. Ё-моё. Ничего себе там обрыв. Так, коняка уже устала. Мы уже где-то недалеко, по-моему. Да, вот тут где-то в деревьях вот. Почистить коняку надо. О, отлично. Ого, общак лагеря. 106 баксов. Короче, надо что-то улучшать. И также... У меня есть... Какие-то рога там, олени, наверное, или чьи-то. И... С помощью... этого вот столика, короче, можно улучшить там что-то, по-моему, там требовались оленьи рога. Где-то там. Так, отдать все долги. А, подождите, вообще клай... О! Вот это я понимаю. Книга. Чем мы тут? Ага, хорошо. Ну, хавчик, вот. Так, стоп, там патрон надо было, наверное, улучшить. Хватит хавчик этот улучшать. Следующее. Вот. Патрон для карабинной стрелы. Тач хочет палатку удобней. А пошел бы он тут. Так. Зачем коновозки, не знаю. Угу. Отлично. Ну, в общем, много всего интересного открылось, но у нас уже не хватает средств.
А, то есть можно пополнить просто запасы за 10 баксов. Здесь 20, за 25 баксов можно пополнить. Отлично. Прикольно. Короче, ладно. Все у нас пока что хорошо. Но все же, да, улучшение лагеря. Посмотрим сейчас. If you could give me some leatherworking tools, так, это какие-то там рога, я не помню. Okay, leave it with me. О, подожди, вот. You'll need to bring me the right materials first, Mr. Morgan. Вот рог, вот это вот, да, по-моему. Thanks, Mr. Пожертвовать, да? My table awaits your offerings, Mr. Morgan. Yeah, I hear you. Да ёлы-палы, а. Ты до хрена пожертвовал? I've come up with some ideas for ways. Вот. Рога оленя можно, вот. Немножко улучшили наш лагерь. Так, ну и, наверное, на этом у меня все на сегодня. Серия так выдалась достаточно длинной. В общем, давайте, наверное, и так. Едим сейчас рагу наше. О, у нас курочки уже появились. Уже хорошо. Отлично. Поели. И пора баньки. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.